Как всегда, в Волгодонске Дмитрий Кудряшов тренируется в спорткомплексе «Олимп-2». Здесь, около 15 лет назад, он начал восхождение на свой «Олимп» под руководством тренера Николая Петровича Тимофеева. Сегодня Николай Петрович также тренирует волгодонских ребят. Профессию тренера сравнивает с ремеслом золотоискателя. Много поколений прошло через его секцию. Ребята получали хорошую физическую базу, но овладеть искусством бокса было дано немногим. Дмитрий, несомненно, самородок. Порой за ореолом славы трудно разглядеть настоящего человека. Кто же он? Боксер с грозным прозвищем «Кувалда». По мнению Николая Петровича, Дмитрий Кудряшов – отличный образ для воспитания подрастающего поколения. Большую роль в процессе воспитания оказывает Дмитрий Кудряшов, который вот именно занимается в нашем зале. И для ребят он, конечно, кумир. Глядя на него, ребят очень многие пересмотрели вообще свое отношение к боксу. Вот они видят, что вот приходят, они тренируются, и вдруг вот заходит Дима, у которого висит портрет на стене, вот чемпион мира, и вдруг тренируется в этом зале. Для них это, конечно, будем говорить, за счастье, здорово. И помимо всего прочего, хочу отдельно сказать, Дима как о человеке. Он вроде спокойный, тихий, но в нем столько вот это желание, трудолюбие, такая вот постановка цели и достижение этой цели. Это, конечно, отдать ему надо должное. Вот. И при всем том, что он сейчас завоевал титулы, несмотря на то, что он сейчас очень многие все, даже приезжая в любой год, подходят уже даже незнакомые люди, просят автограф. Несмотря на все это, он остается порядочным человеком, вот, что очень приятно. Вот. И при всем том, что он помогает всегда нуждающимся. По мере своей возможности он всегда оказывается в центре таких событий, где нужна помощь, где нужно поговорить, что-то вдохновить людей. Но это не на показ. Это делать не на показ. Очень многие такие мероприятия даже не оговариваются нигде, не афишируются. Просто очень в узком кругу все это происходит. То есть он не нуждается в афише. Самое главное это для него это оказать какую-то помощь. Это, и ему очень приятно, самому даже, по-моему, он больше получает удовольствие чем от этого, чем сами ребята. То есть в этом плане он молодец, и я всячески его поощряю, и всячески ему благодарен в этом плане.